снежок пошел как есть. Привет, Шатик. Привет. Чего делаешь сегодня, Дедушка Мороз? Мороз. Я подарки вам принес. Что у нас за подарки будут? Здравствуйте, Джанульки. Сегодня я с одним рецептом к вам. Если вы не против, конечно. Мы не против. Ну да. Как все вы все знаете, у меня сегодня ребра свининые. Ты как все знают? Никто, я лично не знала, что у тебя сегодня... Я хотел сказать, что свининые ребра чисто немецкие, да, вы уже знаете, да? Чистокровная немецкая свинина. Да. Я хочу вам приготовить такой ребра с капустой и пюре дацу. Дацу, да, дацу это к нему. А, к нему, да. Он же у нас чистокровный тоже, немецкий. Да, чистокровный. Так, мы приступаем к нарезке наших ребер. Давай. Ребра какие, смотрите. Шикарные. Вот такой деликатес буду сегодня готовить. О, уже жду, не дождусь. Я нарежу ребра. Все. Сейчас будем обжаривать наши ребра. Не наши, а свининые ребра. Не наши, да, свинячьи. Да, свинячьи. Все понятно. Обжаривать будем до золотистой корочки. А пока она у нас обжаривается, я нарежу лук. Все. Лук. Ты даже не сказал, что тебе сегодня все для этого надо. А все на столе стоит. Мне нужна капуста, сельдерей, петрушка, бекон. Это для вкуса. Он придаст еще хороший такой ароматный вкус. Да. Нашей травки с нашего огорода. Лавровый лист и можжевельник, соль, чеснок, потом идет морковка натертая и лук. Ой, помидоры, а лук сейчас я нарежу. И лук, да, молодец. А кто сказал, что я не молодец? Никто. Попробует кто-то сказать, сразу зарежу. Зарежу, да, блин.
А теперь подсолим чуть-чуть. Вау, классно как, такие розовенькие. Добавляем лук. Пока тушится, я чесноком займусь. Нарежу еще перчика острого. Какой аромат! Аромат на самом аромат деле здесь лука, уже. Мясо прямо аж обжаренного. Добавлю чеснок перчиком красным. И помешаю. Будет очень вкусно. Я знаю. Кто бы сомневался. Да. Сейчас нарезаем нашего бекончика. Бекон надо добавлять после того, как лук немножко глазируется, да? Да, лук и с этим, с перцем. И с чесноком. С чесноком, то есть красным перчиком. Угу. А сейчас мы его немножко подмякаем, чтобы он это немножко разошелся. Вот нормально уже. Кому-то плохо опять. От запахов твоих. Наверное. В голодном обмороке. Наверное. О. Все, добавляем нашего бекончика. Я ничего не вижу. Очки спадели. Очки спадели. Тебе надо на очки дворники поставить, Джан. Точно. Не мука я их. Да. Все, дадим потушиться. Теперь можно снова одеть, они уже... Отошли. Отошли. Да. Бросаем морковочку нашу. Сейчас. Помидорчики пойдут в ход. Все, помидорчики. Сейчас все перемешаем. О, это будет что-то. Я даже не знаю. Бомба. Нарежу сельдерей, быстренько закину, а потом займусь капустой. А что, ты забыл его нарезать, да, Джан? Ну, у меня всего две руки. Мне надо и то, и огонь, смотрите, да, огонь, очаг твой тухнет очаг совсем. Все сам. Все сам, ну да. Все сам. Что делать? Жизнь такая, Шатик. Жизнь такая. Жизнь Бекова. Жизнь как... Добавляем сельдерей, а потом займусь капустой. Какой здесь ассорти, вы себе не представляете, красота. Ладно, оставим, закроем крышечку. И дадим потушиться. Да. Минут 5, пока я нарежу мою капусту. Давай, твою капусту режь. Нельзя говорить твою, нашу, мою. Просто. Капусту. Да.
Просто капусту. Говоришь, просто капусту нарежу. Просто нарежу сейчас мою капусту. Ладно, блин. Джаночки тебя простят. Да. Поймут и простят. Кто это говорил? Прошу меня простить и понять. Это... Кто это говорил всегда? Прошу. Жорик Вартанов? Да, да. Да, он прошу простить и понять. И да. Рыбу я хоть режу. Конечно, я вам правильно. Посмотрю, что. О, все у меня есть. Опять мы ничего не вижу. Снимай очки свои. Товарищ Ричард Гир. Сниму я их. Да. Закрываем. Даем еще немножко, а потом добавим нашу капусту. Настоящий Ричард Гир у меня дома, видите? А вы даже не знали, что я-то на самом деле та самая красотка, только с маленьким ртом и короткими ногами. Действительно. Я даже не знала, что ты такой красавчик без очков. Да? Да. Может, мне линзы сейчас... поставить? Я прям стою и думаю, сейчас влюблюсь на ты. А что, на старость лет еще раз? Да. Не мешало бы. Красавчик вообще. Вот кого Изабель пошла такая красавица. С такими же узкими глазами. Как будто такой сказать, узкоглазый. С китайскими? Да, у тебя такие очень-очень миндальные глаза. Ну. У меня такие круглые. В Казахстане такие... как делали? Не знаю. Солнце все время, вот так щуришься все время. А у нас в Армении, ну я там мало жила, я не знаю, ну там тоже на Кавказе солнце. А там таращились. Там таращились, Диан, наверное. Наверх положу. Классно, Шатик, молодец ты, умничка. Конечно, молодец. А куда я денусь? Не говори. Никуда не денешься. Что сейчас делаешь? Заливаем, сейчас заливаем вино. О, что за вино, Джан? Сухое вино, красное. В нашем случае итальянское. Кисленькое, думаю. Кисленькое, да. Запах сразу кислый. Ничего, мы же сахар положим. Добавим. Да? Угу. У меня еще томатный совсем забыл. Томатный сок добавлю. Обязательно добавляйте в коробочку тетрапак воды. Взбиваете все. Клим сказал, чтобы я говорила. Он типа молчаливый Дед Мороз будет. Сегодня. Добавим сахар. Одна столовая ложка. Да. Ты говори. Я буду говорить. Я буду говорить, да? Соль. Молодец. Тоже одна столовая ложка. Молодец. Крас. Лавровый лист, ягоды можжевельника и сушеные травки. У нас наши армянские травки. В нее входит это все с нашего огорода. Там у нас кинза, петрушка, укропчик, базилик. Какой ситрон армянский. У меня, Шатик мой, какой молодец, прямо слов нет. Размешал, да. Все, утрамбовал, как говорится. А теперь капусточку нашу пойдет. Это такое блюдо как раз вот сейчас зимой на холоде, да, с картофельным пюре, с черным хлебом, горячим венцом. Да, Джан?
Надо Михалычу сказать, чтобы он поехал, купил черный хлеб и приехал. Да. Да, кушать. Мы эту красоту все сейчас закроем. Угу. И дадим ей 5-10 минут потушиться. А потом я эту всю красоту перемешаю. Ох, и добавлю петрушечки. И пойду за моей картошечкой. Моя картошка, наверное, уже готова. Угу. Дома варится она. Угу. Ты же хотел на костре ее варить. Чего не на костре? На костре. Ну, я сейчас принесу ее. На костер. Она, в принципе, там немножко уже подгорячилась. Подгорячилась. Мы ее прямо так и оставим, потом засыпем сверху, да? Угу. Пускай она так полежит. Проходите, не стесняйтесь. Да, огонек. Ты же ее принес? Да. А, у нас кастрюлька. Солдатский казанок. Русский. Мы с мужем решили русских производителей немножко поддержать и купили русский казанок. В принципе, картошка у меня уже готова. Сейчас воду солью. И масло бросишь. Масло. Потолчу, короче. Пожалуйста. Заливаю. Не стесняйтесь. Сейчас мы ее помешаем. Подсказку делает мне двумя ложками удобнее. Все. Добавлю чуть-чуть воды. Сколько примерно добавляешь? Ну, где-то грамм 300, наверное, хватит. Да. Даем потушиться. Да, вот так вот. Все. 10-15 минут. Да. А пока у нас это она тушится, я, наверное, потолчу мою картошку. Давай. Давай, все. Хорошо, перец. Чуть не забыл. Махникс. Забыл, забыл. Как? Лучше поздно, чем никогда. Чем никогда. Правильно, правильно. Не так страшно. Я смотрю, стоит там в углу. Вот, думаю. Один-одинешенько, да? Да. И молчит, главное, молчит, слово не главное. Говорит. Я сейчас перемешаю перчик весь. Давай, мешай. Потом закроем еще. Я думаю, еще минут 5-10 надо. Все. Я оставлю потушиться еще минут 10. И, я думаю, на этом и хватит. Угу. Потом будем пробовать. Сим сиропом открываем. Ох, какой кайфон. Маслице я тебе уже принесла, Шатик. Большое вам спасибочки. Я сейчас потолчу ее. Какая прелесть. Такой вкусный. Покажи мне еще раз Ричард Гира. Очки снять, что ли? Давай, снимай очки. Сниму я очки, так и быть. Ты у меня сегодня... Мой личный Ричард Гир. Окей. Но Ричард Гир никогда не готовил, я не видел. Ну прям. А ты рядом стоял с ним, что ли, так говоришь? Чего ты его оскорбляешь? Я не оскорбляю его. Не надо, я же его люблю тоже. Ох. Как хорошо протолчивается. Масло сливочное. Не знаю, какой. Немецкое, французское. Но она сливочная. Я думала, да, 82% жирности. Да. А сейчас? А сейчас? Беру ножик маленький. Да. Нарезаю вот такой кусочек. Нифига себе. Чего, как нифига себе, Джон? Тут много. Много, что ли? Кусочек сюда. Кусочек сюда. Надо все равномерно. Понимаете? В одну сторону нельзя кидать все. Посерединке. Но я думаю, хватит пока. Да? Как вы думаете? Масло. Кашу с маслом не испортишь. Так что, кто как любит. Вы можете добавить молоко.
кто хочет, может молока или сливок добавить. Да, а сливки еще лучше, мне кажется, будет. Хочешь, принесу? Давай. Я сам схожу, сейчас помешаю. Сходи сам за сливками. Сливки? У вас пюре станет... Сливочным. Сливочным такой. О, я даже... Покажи глазки свои, любовь моя, Ричард. Глазки. Глазки, как в маске, да? Я с тебя умираю. Ты что, сегодня кокетка прямо? Все. Идешь со сливками? Еще 30% жирности. Ничего. Сейчас холодно надо. Правильно, сейчас. Немножко. Ну, ты же не будешь все 200 грамм наливать? Нет. Чуть-чуть. Так. Я думаю, хватит, наверное. Да, хватит. Хватит. Мы сейчас потолчим, посмотрим. Ох, какой мы смотрим. Какой классный пюрешка получилась. Я просто балдею. Видите какой? Ох. Прямо не хочется. Пюре мое готово. Закрываем крышку. И ставим к огню, чтобы теплое было. Да. Что хорошее в этом чугунке, мне все нравится. Специально у него такие силиконовые. Это наш русский производитель так делает, да, видите? Силиконовый. Молодцы, русаки. И продают у нас в Германии фирма Биол. Так что это советские солдатские казаны. Очень классно. Оставим тоже ссылку. Да. Особенно хлеб печь в нем, это одна радость, честно. Всем советую, всем, всем. Не пожалеете, не пожалеете. Да, да, особенно эти ручки вообще, да. Да, как огню. Так, посмотрим, что у нас творится. Ох, какой кабан. Надо немножко газу сбавить. Соседи, где вы там? Все попрятались, никто не хочет. Ладно, нам больше достанется. Правильно, соседи сегодня не хотят, они уже наелись. Да. От одного аромата. Да. Все, мы оставим еще на 5-10. Ты же уже скорая увезла. Ты не заметил? Точно, точно. Я чуть-чуть убавлю хода. Напишите, похож мой муж на Ричард Гира? Я прям сегодня балдею с него. Я его уже очень давно не видела без очков. Ну да. Ну копия прям. Даже мне кажется красивее, чем Ричард Гир. Ну. Ой, Джон, я прям как ворона и лиса. Ты у нас ворона, а я лиса. Я прям стесняюсь. Не стесняйся. Помнишь эту басню? Крылова? Да. Когда спой, Светик, не стыдись. Где-то настоящий. Ой, кто там идет к нам? Что за Дед Мороз со Снегурочкой? Идите, идите. Что вы нам принесли вкусненького? Хлеб свежий. Ой, Джон, горячий. Молодцы. Горячий. Заходите, Декорая. Гостями будете в нашей избушке. Горячий. Ой, молодец, папуля. Папа хлеб принес. Он топит еще, да? Не снимаем. Вы что, не здороваетесь сегодня? А мы уже поздоровались. Здравствуйте! Давай, папа. Давай, 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 снова. Просто, просто. Давай, иди, иди. О, клет! Сколько лет? Когда пойдете? Давай, молодец. О, свежий совсем. Свежий, да, папа. Опс, извиняюсь. Дайте я попробую. Горбушка? А мы больше. Да. Готова, что ли, Климка? Да, конечно же, готова. Все. Хватит. Все готово. У меня все готово. Смотрите, какую красоту я сегодня вам приготовил.
Если конечно кому-то понравится, можете повторить, но я думаю, что понравится. Всем. Всем. Mm-hmm. Начинаем раздачу. Я шеф-повар, так что все слушайте мою команду. Дитя, ты не жалей. Я не жалею, я не жадный. Хватит, картошки хватит. Ребрышко. Капусточки. Еще ребрышко. И сверху сока. И сока добавим. Прямо на картошечку. Когда такой был, ты просто раньше тебе не замечал, просто не видел меня. Вилку возьму. Да, попробуй. Кусочек хлеба возьму. Обязательно. И около елки ставим. Любимый тещи накладывай. Ой, какой подлиза. Подлиза какой. Не, ну теща у тебя на самом деле. Такой тещи. Теща у меня мировая. Да. Так что на мою тещу ни бочку не катите. Так, мам, бери, что хочешь. А сейчас хочу своей любимой жене дать. Нет, ты себе вот давай, наливай себе. Себе нет, папа. Я все равно не смогу кушать, я же должна снимать. Оно остынет. Мне попозже, давайте. Прямо? Здорово, ты ко мне. Папулик, как вообще? Отлично. Да? Так, если я делаю, сказали, соли мало. Мало соли, мамуля? Да. Да ты что? Да, соли. А, сейчас посолим, мам. А ты что не говоришь? А он молчит. А это же не я готовила. Мне все равно. Соли мало, да, Климка? Ну, чуть-чуть. Потому что... Ну, в принципе, соль можно добавить. В принципе, хорошо. Хорошо. Я думаю, в принципе, что да. Иди около печки. Встань. Можем зайти уже. Нет? Можем кушать вот. Попрощаться да? Надо. Ну кому холодно может зайти? А мясо пробовали? Маме надо чай тоже налить. Mm-hmm. Не чай у нас, а такой, да, как глювайн. Чай глювайн. Опять вино там. Какой запашек? Красный? Чай это... Не чай, а как это называется? Пунч, да? Да, это пунч. Пунч, что мы... Пунч. Чайники вареные. Янулечки. Вот. Посмотрите, какая красивая красота. Белый снег. Лепота. Приятно. На самом деле, снег. Все, у меня все готово. Все пробуют уже, все кушают. Очень вкусно. Я надеюсь, что вам тоже понравится. Вы повторите мой рецепт. Обязательно. Я хочу пожелать в преддверии Рождества всем здоровья, счастья, любви. Основное здоровье. Да. Остальное мы все можем купить. Правильно. Все за вас. Мы будем сейчас кушать. Я хочу попрощаться. Всем пока. До следующих встреч. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Да. Пока. Всем пока. А папе так некогда, что он даже не может говорить. Я добрался до ребра. Адамова. Вкусно, папа? Тает. Да ты чё? Надо посмотреть, как оно там тает. У меня без зубов тает. Мама, как всегда, у костра. Туда-сюда бегает. Если кому мало... Надо костер, папулик, подбрось костра чуть-чуть. Пока... Почему? Сейчас я подброшу. Просто она у меня это. А это? Для моей любимой жены.
Ой, как подлизывается. Сегодня целый день. Надо же. Мой любимый Ричард Гир. Вот сейчас очки снимешь, чтобы мама тоже посмотрела. Да ладно. Но мама же не видела тебя так. Как? Он чем старше становится, тем больше похож на актера Ричард Гир, да? Который красотка играл. Сейчас. А папа это Джон Клуни или как? Жан-Клод Ван Дам. Джон Клуни. Самый красивый мужчина. Да, мой папа самый красивый мужчина. Самый красивый мужчина. Дорогая, я, если захочу, шпагат не смогу. Ну, шпагат мы тебе не бросим делать. Почему не можешь? Он тоже же маленький был. Раньше же ты мог. Сейчас не можешь шпагат. Ребра вообще отличные. Да? Да. Да. Я знаю, что ты ребра берешь. Шикарно. Получилось? Кому добавки? Михаил? Снежок пошел, какая прелесть.